ты что и этот Т4 один в один. Какая тебе разница? Ну и за бесплатно, почему ты не платишь? В смысле, ладно, за бесплатно? Ну ты за ОД купишь, а этот токен дает бесплатно. Ну этот, как его, блядь, улучшалку. Так я все равно нонсет будет с инста за ГП, в смысл. Блин, нахуй липа вообще такая халява лутация, блядь. Кенроки с тебя причитается. Тут ну какой-то пидор бегает в бухте, блядь. С тебя нахуй 200 тысяч голды нахуй за кусок, блядь, с магиком. Так я по приору-то выше. Зорки, это четвертый у тебя, все? Третий, ну блин, на следующем когда будет четвертый, пиздец. А чё десятка стоит? Дорога не дамажит. Не знаю, на X3 так показывает. Главхил выйдет. Там десятка стоит. Не залетайте пока. Дон, ты там в чат рды плюсанул. Сейчас приквы пойдет, да, наверное. В первом рейде вообще был лут у меня. У нас там твар пришел 230-й. Я тебя меняю. Меня? Ну, совсем. Не, карася на поводине, но он совсем слабенький. А ил меня, я там топ подхил дал. После двух танков последняя, первая позиция. Окей. Ну, на замену ЕПшку тебе начислю. Угу. Сейчас, ну, не хочется страдать в этом. Его святку вставили? Да, там стоит. Да, кстати, Войт, сделай спек себе ретрика. А, ты на ДКшке. Угу. А с спеллбаунда должен быть. Спеллбаунд сделай себе спек ретрика с этим, с фридумом. А тебе сразу ЕПшку тогда карась просто. Что там, 1200 же, да? Да, 1200. А у меня типа сотка, да? Вот 1300 будет. Да мы не пойдем у него. Нет, 1200 это Sony было. Я уже ее так автоматически приплюсовываю. Типа, блин, только время это тратить. Кто долетел, суманимся потихонечку. А вока, кстати, нет, что видим. И, кстати, да. Вока, мой, значит, там. Спасибо за сумму, пацаны.
Кару только в долларе. Все, вроде все. Рыбу поставил. Будет МТшит. Синдомия оф. Да, это обычка. Но у нас у спалбаунда должна быть. Должен быть фридом. Нет, нету. Лапки не хватает. И у Рафа нету, блин. Дробочки похуй. Да ну не похуй, но. В принципе. Вот он босса на лапу пробовал. В гере критично прям, потому что он жестко. Невер, ты там где? Касок нету оранжевых и у красных. Все, есть каски. Запускаю. МП5, да, спасибо. Ну чё, гоу без невера, может, первый? Или чё? Или мы ждём? А, сейчас он запустит. А, всё, да, вот он зашёл. Я думал, что-то долго. Запустил. Ну, в центре ставьте. Да, барабаф эти невера. Инту дайте ему. Те из вас, кто смогут пережить. И каску дайте. Войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь на Сандамана? А, нет, на Войда. Войд первый. А Синдабэ стоит на красном, Войд стоит на зеленом. 5, 4, 3, 2, 1. Да, вам брит огонь разлил. Но вы плотно бить смотрите? Ты сразу ляжу. Давайте упадем, мне. Да, давайте. А из-за чего он меликов кидает? Ну, он просто пока бежит, он кидает пока. Он пока бежит, да, там ренжа есть, и поэтому там кто-то стоит, он на него кидает. Он мелизону не должен кидать. Ну, в смысле, он мелизону не кидает. У нас в десятке его пробовал кидает, пока он чаржился в босса. Ой, да еще рыба не исчезла, не фэси. Это новое уже. А сколько в рыбе стаков? 50? Не знаю. 40. Надо розы как-нибудь заставить поставить, потыкать. Инту бафнет.
Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. Наверное, вылезть, он прям за ней даже не дрался. Я бы его не бейлил. Хорошо. Дрыж гимн на ману. Даю. Право кто танчит. Синдоми красный. 5, 4, 3, 2, 1. Фига себе бывает, да, там. Звуки. Да, ДБМ классный. Ты агро смотри какое, блядь. Не, что-то агро не вижу. Я бы это медведем 5 минут набивал, блядь. Ты лучше скажи, где ты 4 на лока. А что, не забрал? 4 на лока нету. Нету, нет, не падает. Пизда, ребят, это ужасно. А ты в РБК что, не бегаешь, что ли? Все нормальные пацаны в РБК. Ауру на огонь включите кто-нибудь из паладина. Я плачу, смотрю, не играем. Блять, Войт, ну стоял бы там, боже, сам подбежал бы. Двигать милишником лишний раз не дамажить. Смотрите уже. Ой, пиздец, всем милики прожались. Если инер есть, залейте в хапава. Вот я в центре появится. Уши там.
отведи ее, все, все хорошо, поворачивай. Бесконечная змея. Так, давайте по ПРам. Быстрая лапка в Аптуае, отдай Кару в Ирода. Давай вторая пача. Ирод четвертый. По 4 альянс, давайте встанем. Черепочек смотрим. Опа, не попал. Есть. Бежали от него. Что ты стерильный хочешь? Подойди, знаю, что у тебя есть. Слушай, ну мне-то вряд ли надо ее. Домашний. В дедботе, наверное. В общем. Смерчика ставит. В хил отбежали. Сейчас встречи крит скиллшоты. Сколько? 56. Ну, ханты так только критами дамажит. А тут еще на 4% больше. Все чудовища повержены. Ну, 4 золотых. А с эндомихил, Мишка, ДД нету? Эндомихил есть. Мишки, ДД нету. Блин, ты так смачно пьешь.
Как вы угробь искали. Сейчас великий чернокнижник Вилфред призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Давай, Крем, оставь себе. Снова на распыл отдавать его ночью. Я не отдам. А, Фейп, на валик место. Хорошо, найду. Что у него, прига? Что у него? Ну да, он за приговором ходит. Да не, ему, наверное, эти нужны даггер. А у него, причем Дэдбич у него соберет пригу. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... А, и секси-тролль, точно, точно, точно. Тогда да. Ну вот с даггером. Я понял уже. Ага, получилось! Он 118 секунд пишет. Классным Вилфредом не попался, мастером призыва. Ты покорен мне, демон. 7. 5, 4, 3, я погуби 2, 1. Перед вами Шарацус, эреданский повелитель пылающего легиона. Так и долго живут. Помогайте спалить. Ну тут типа не зависит, обычка не обычка. Отведи его, там это старались мелики. Страшно, 4 мелика. По мобам сыграете? Черепочек сейчас сразу. Давайте керу под это все. Да, он язык. Я вижу, у меня все прорисовывается. Гимноман, да? Да, я спринт. Смотри еще. Так, давайте по БРам. У нас остался Чикабомбони. Подними секси. Не, подними тут меча. У кого-то из них подняли, короче. А во время тогда секси. Спафайте вара в ДКшечку. Так. Что, он реально уменьшается дамаг? Ничего. Типа. Ну да, типа. Там видишь, там прикол, что главное на тайминг попасть. Если сразу цепуху не кастнуть, то можно дисполит только маг. А если сразу кастнуть... Блять, он уже опять в мили-зоне. Пиздец, кто там такой слакер? Лоса. Да не я. С
смысле, на тебе метка поставилась. Нам ведь череп перед этим. Секунду. Мабам, скрайте. Ща. Ой, ну надо их не на себе держать. Это можно. У тебя лучше под боссом нет, потому что. Ну и сейчас же. А, они в чарджи это огромный скидывают. Притягивались бы не в обзор здесь. Штука ДКшка. Что душный босс. Ну да, если да. Нет, если череп от крестика отличить не можешь, то да. Да ладно, он не отличил, а 4 тела сдохли за кучу. Ну по надели, что он отличит. Да нет, фактически сбоку был череп, я даже в бок отошел. Теперь вас ждет новый противник. О, колечко. Подлые собаки Альянс. Вы выпустили повелителя демонов. Порошок, сколько брони? 24. Так. 25 с половиной. Могу сделать 27. Профугал. Ну короче, подойти. Триш, а тебе ну надо, потому что сам-то это меткость все-таки. Ну я и шпшка у меня есть. Да похуй, кому отдашь, господи, поебать. Ну, в принципе, да, что один, что другой, две. Шея. Ожидаемо, у всех шеи сделаны. Че я выиграл? Левую руку с меткостью. Так, допустим, вот так. Дайте срочно 5 минут. Ну, пошло, ладно. 24 900. Фейп, давай в инст. Запусти вот это оттуда, убирайте все в... там, где к канобу входим. Спрячьтесь. Орда требует справедливости. Мы вызываем альянс на бой. У тебя сколько сейчас? Сейчас 27 200. Это без несокрушимости, да? Да, там 30 тысяч будет. Ну и не надо. Если просто мне шаман поставит тотемчик там справа или слева на броню, то будет нормально. Не, мне не надо, дом-то у меня есть. Спасибо. Да ее даже не надо, мне 25 000. К колечко там, которое забрал ПГП, хотел набрать. Шаман. А, на бое. Ебать, да, на поешка. Смотри, я без штанов, ебать. Там фейс мог. Сука. Тут я смотрю, как бы у меня 226, например, такой. Эти фейбы с шамоним, алё. А, Невер, я уже дал два раза. Слышь, какая логика. Я уже соточку дал ему. Так, по флоту давайте поменьше. По боссу у нас есть ружка. Ой, стоят так убого они, конечно. Ну, с правой стороны обойдешь. Крестик. По дроиду у нас глоков ни одного нет. Невер, тогда с тебя просто кнопочка диспейла по КД.
Обязательно. Маг, лок, там еще и ДКшка. А, секси, ты грипаешь первый черепочек. Эй, пришел с тобой, нет? Молчи. У нас все хилы слева стоят. Суза, ты по треугольнику, милый, ты по звездочке как, ну, контроль даешь. За секунду я хотел вам аспектнуть. Играем черепочек, крестик, печенька, ромбик. Вариор наш, ты где там? А, ты тут, все вижу. Так, ну, Войд с паладином, обходите с правой стороны через ворота. Что за паладин? А, хорошо. Все в решетку встали, в нее вшались прям. Тотем Тримора у нас должны быть. Гарипа это у нас первый секси, у него запирает лос. Потом уже как-нибудь до сюда доберется. Желательно крестик. Ой, желательно череп, можно крестик. Может шаманов по пати раскидать, чтобы больше триморов было? Шаман, у нас ДЦ-шка есть. Один шаман, поставьте мне, пожалуйста, тотем на броню вот сюда. У нас ДЦ-шка есть, главное, чтобы он с пятой пати сняли. Понятно, я понял. Спасибо, шамана. Что тут делать? Войд, не взрывайся. Че? Опять Войд? Вообще молчу. Ой, порошочек. О, нету каски у лишней Фейба. Нет тотема, нет каски. Нету каски у Дэбби. Че за хуйню ты делаешь? Ну я бы на пиздец. Ну, блядь, ребят, давайте мы не будем затягивать. У тебя есть броня? Сейчас, видимо, так и будет. Нет инты у плейдера. И на тотем, и на этот. Пейп, ты тут? Ребафните инт. А, ребафнули только что. У Фейба клешни нет каски. Ой, есть. Хорошо. Есть. Навер поставишь 5, его туда? 4, 3, 2... Одна секунда, секси. Черепочек к нам. Еще раз к нам, черепочек. Все, герой и вперед. Пизды дали. Еще нет. Да, уже придет. А, снег с Геру снимите. Контроль сейчас раздаем. Порушку full dispel. А, секс, если можешь, уведи вара на таунтах и просто его там води в оковах. Там. Черепочек добираем, потом в крестик сразу играем. Контроль раздайте. Крестик играем. Не кливайте. Спал, блядь, серьезно, говорю, не кливайте, ты уже кинул. Фу-фу, ты спал. По престу контроль. Не могу, за мной круга бегает. А, по оку дайте. Оку в трапу поставлю. Диспел, невер, блядь. Диспел. Три ходки висит. Там кош нажал рога просто. Понял.
Каст локу. Вара, забирай, забирай секси. Забери кого-нибудь, милишника. Покаяние. Дайте на ману что-нибудь. А, тут за ману поставьте. Два на тему пошли, два гимна пошли. Пауэл прижаем. Квеста вообще нету, какой нам тут оно? Хекс, хекс. Найдем. Ромбик. Я, короче, на крестике посижу. Ой, на звездочке косты позбиваю. Давай, давай. Давайте в ретриков справим. Я пока не могу. Хорошо.
А шаман этот хил трекбар? На него туда пересел. Под руле давай. Да? Долгий босс. Понял, долгий, да. Нудный еще такой. Угу. Особенно третья фаза. А сам КРЛ молчит, еще ничего не говорит. Вообще кажется, что ты что-то не так делаешь. Да хуй тут говорить. Ну да. Надо делать, да? Да я вообще думаю, что у нас со вторым рейдом. А что не так? Я тут же сколько аж 5 человек с первого стола. Да, Лока берите. Чё во втором рейде, Лока? Да, это сегодня только так. Обычно сразу убиваем. Ну да, обычно за 2 часа проходим. Тут уже 2 часа сидим. Твинов просто новых много. Хилов новых много? Твинов. А я думал, хилов, думаю, ни хрена себе, ходишь, значит. Да ладно, раньше вообще и в 20 тел ходили. Я отпиздить хотел. Жопа тоже полная, конечно, была. В 20 тел. Сегодня хоть все 25 пришли, и то хорошо. Чей Раф друг? Раф, ты чей друг? Как ты вообще здесь оказался? Я вступил на этом КД топ. А чей ты друг? Не, ну у нас отбор это кольцо, тринка, шея. Ну и типа, я не знаю, кто тебя осматривал просто. Не объем там. Хорошо. А че, у меня только тринки нету, мне на этой неделе дофармить собственно. У тебя шмота нету помимо этого. Ты нормально? Ну, и владеть не так долго, я просто PvP чисто играл. У него кольцо и шея есть. Все нормально. Я вижу, что кольцо шея есть, а больше у него. Просто сейчас нету на этом боссе, ну и на всех внизу. Блять, так одет. А у нас что, в гильдию можно только через постель попасть, что ли, как? Ну я так. Да. Ну я так как-то на себе попал. Самый быстрый способ. Пролетел со свистом. Потери мы стали слабее, как целое. Кто еще? Что там было во втором статье? Ой, плащик какой. Так, при надевании понятно. Ничего не выпало. Зашибись вообще. Че сражались? Просто так, да? Где мое утешение вообще? Оно где падает? Уже не упало, да. Ёб ты, блин. Говно. Thank you.
А, там сейчас Вальки там просил фейк место. А, да, да, сейчас Вальки. Он крэп зашел уже. Рыбку поставил. Кто упал, кушаем. Спаубаум, давай. Плевачит, плевачит. Ой, ты на черной. Ой, ты на белой. Синдоми на черной. Давайте я половлю меточки. Сейчас погодите, ману выпью. Кому там надо? Ой, это с Гудлика тебе что здесь нужно? ГП. Пуха с хвоста мы вряд ли убьем здесь. В смысле вряд ли? Ну, реалистично говоря. И зайдем, блин, нормально. Мы с первого трая прошли. У кого-то персы есть, которые больше ДПС дают. Зайдем, да убьем. Чек-чек. Нету каски на Sexy Trolley и Frozen. Void Frozen. Пел, цвет возьми. Есть шанс, что две приги выпадет? Да. Я три выбил на прошлом коле. Не, серьезно, есть шанс, что с одной будет приги с второй. Пел, темный возьми, алло. Дайте я тогда за паузу иду, пожалуйста, поставьте шкаф. Тебе все правильно стоит. У нас нет шкафа. Да, у нас нет шкафа, так что давайте ДБМ. 5, 4, а хилам 3, надо припоты пить? 2. Ну, с хилом, конечно. Уже поздно. Ауру на огонь поставьте, я не использую. Килт вылетел. Спецспособность 5 секунд. Пока нету. В темной остаемся. Не бывает. Блохи мёртвые. Блохи ОБР, надо пострелять в КДФ не ОБР. Чика, залей меня, Инер. Лакрима отдала. Дал, всё. Ману ему резайте. Спецспособность, готовимся. Бьём. Стоите. Давайте Кира, у нас там попаковал все. Дайте Геру-то. Спецспособность готовимся.
Переключились. Белую взяли, бьем промо. Синий. Алло. Бумагу милому съесть. Алло. Да, давай, 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 давай. Перебегать надо в любом случае. Да, 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 да. Остаемся. Можете босса не лутать, пожалуйста. Да умрет. Сумма камер попадает. Пять секунд. К темной переключились. Добивайте спокойно полностью. Фрига. Ну, сегодня, кстати, видел ее в пугарении. Какой-то рогу забрал. 7к ДПС. Жаль. Дрищ, отдай мне обу ту эту, а я тебе эту штуку отдам. Давай махнемся, Дрищ. Давай. Странно, почему я не могу это посмотреть, что в боссе? Милому, да, дать-то? Да, и капушечку, капушечку мне сюда. Что, запустить? Время готовится. Да-да-да, этого да, запускаю. Привет. Против альянса не выстоять. Ну надо это. Сильным прислужником короля Лича. Все славьте наших героев. Донт, не пыли пока штаны, сейчас я сравню с этим утюгом. А паладину там, ну, не надо, типа? Нет, не надо такие штаны, возьми себе нормально. Ну да, 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 да. Там тем более и на халяву можно. Там только в дырке то, что разница. Сейчас я отлично пишу, чтобы мне дали ГП. Дай мне ГП, Тонт, на милого. На Суза откуда? Тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяного... Эй, Фейб, ты чё, блин? И разнесем в плочи остатки плети. Нет такого испытания, как такое? Мы бы не могли пройти сообща. Иди пацанам, блядь, помогай, восстанавливай, ты чё, блин? Не, ну это пиздец. Ну кидайся. Ебать, у нас тут ДПС. Сейчас я захожу, я думал, это, у Гудлика места нету. Ага, что, и ты ему собираешься уступить. У нас в рейде никто не дамажит, а ты собрался ему место уступать. На его вагона твинка. Нормально, нормально. Ой, Фейп, ой, жук-то, а. Жучара, блядь. Так вы сегодня с ним в доту играем, короче, посреди катки. Говорит, блин, я забыл, мне ребенка забрать надо с дня рождения. И вышел, блядь. А чё, кстати, насчёт доты? Не, ну, на дне рождения нормально, не страшно. Ребенку повесело. Заруинил катку, блин. Слышите, что говорю? И мы проиграли, блядь. Чё, пойдем, пойдем после. А, у нас и не ВК-10. Какой ВК? Да, еще и ВК-10 идти. Можем не идти.
Не идите. Заебись вам, блядь. Пофиг. Посох три дырки там, блядь, ждет. Гудлик, вот... А зачем жить, все равно умрешь, блядь, ты об этом не задумывался? Зачем фармить шмот, все равно потом бисом АФК будешь до ларани, да? Ай, меня жук бьет. Поставил. Не, я тринки не буду, это пробки. Сам спорил, сам с ним разбирайся. Могу питомца натравить. Ладно, я его сам убью. Дрищи, тебе плюс урон дали под секунду. Кину на себя щиток, а то у меня это... Сбивается каст. Вот так вот. Изи бризи. Что там, сколько у нас? Большой жук? Ну-ка, большой жук, а я смогу осилить? Сколько там хилов у нас? 5. Так, у нас тот на флешлайта зашел, да? Нет? Да-да-да, давай на пау. Ну-ну, урон нужен здесь. А, в клуб не приносили. Милый, у тебя на паладинника, да? Да, мы вчера же ходили. А, точно. Ты чё, я могу 8, да, нормально. А есть какой-то Ферал или Рок в рейде этот Синдерей? Или как он называется? Который 5% бафф энергетика. Эльф-бездна? Ну да, Эльф-бездна, да, да. Посмотри, сколько они за бой энергии рисуют. Сумона нету. Пэш, ты сможешь по это прилететь? Ебать. Может, без него убьем? Давай. Что там еще влезет? Лоус, я тебе дал за эти, за ожу. А, да? Ну ладно, хорошо. Сейчас всех не выбьет этого. Понятно. А, я переагрил его. Все нормально, пацаны. Я вас спас всех. Живем. Да, пока летят, можно отойти. Блин, пару минут есть. Ощущение, конечно, остался. Это прискорбно. И без тринаски. Нет, в рукопашку бей, слабак. Что? Теренаска другая игра. В смысле другая игра? С лича падает. Да? Всего другая шка лечу. А я с Тараской перепутал, наверное. А с Тараской? Бей в рукопашку. Доту переиграл, особо. Хорош скиллами дал бить него. Дайте, я убью его. Хорош контроль. Да он меня так убьет. Да, теренасты. Че я плавно сказал? А, это с лича оружие, да такое? Да, 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 все узко. А, ну я просто с этим, с вечным холодом все время бегал я. Не шарю. Просто мажор. Ты не мог все время с вечным холодом бегать, потому что он будет такая схема. Я за этого, как его... За... Итом с ласта 200 косарей отдал. Не так много, да, уже по сегодняшним меркам смотреть. Я не знаю, а по тем, по тамошним, что это? По тамошним нихуя. Да, да так же, здесь как в голдоной дороже сцене. Не, ну там дороже, там же сердали по 5 косарей стоит. А что-то мне кажется, или у нас 25 человек в инсте? Как он сможет быть 25 человек на стену? Или у меня забагалось? Может, и проходки нет?
Не забагалось что-то, да? Ну да. Это из-за того, что бой, наверное. Вот у меня такой ник два, курлик кровью. Это у нас кто-то офнутый там, да? Милый офнутый. А чё? Чё он офнутый? Я не успею на шаг. Не, вот он здесь. Вот все 25 сейчас тут. Можно пулять. А, ты про этот такой больше? Да, конечно, можно. Блять, у меня пропал этот. Металлага. Ну, который... Он в луже, блядь, в той растворился, в которую падал. Пиздец. Родище встретил. Ты с пула грипаешь под босса сверху, любую, сверху. Еще раз, кто грипает? Секси. Так. Блядь. Кто мне гнома дал? За что вы так со мной? Какого гнома? А мне бомжа пирата. Сущность в виде гномика? Теперь, ну, я похож, да, на... да. Теперь я похож на гномика. Ну, слушай, дай им-ка, пожалуйста, на милого. А чё это такой большой? Блять. У, я Гудлик. Лукашенко. Гудлик Лукашенко. Давайте здесь лишний раз не стоим, а что долго затянулось это все. Фейп, ты тут? Этот понял. Флешлайт инты нет. Варьор. Ты с нами? Нет, АФКшит. А, все тут. Вроде все бафы есть. Так, стандартный черепочек ставлю. Войд на себя забираешь. Другого забирают у нас в синдоме. Заливаем черепочек, потом кливаем через босса второго моба. У глав хилами там 5. Войд, ты ж выведешь его вовремя? А надо? А давай надо. Ебать, в обычке зачем? Чтобы тренировка. Практика была, да. Так, вроде все готовы, давайте ДПМ ставлю. Сколько там будет? 5, 4, 3, 2, 1. Это у тебя задержка такая? Ничего, я успел нажать, нормально. На 5 нажимай в следующий раз. Раз. Черепочек сыграли. Так, я шаг вытащил на панели, что? Черепочек больше ДПС освечнулись, освечнулись. Все отбежали, просто стану дайте на лужи и добиваем. Я что-то и забыл, блядь, даже не напомнили, блядь. Я дам донт. Крепочек есть, крепнуть в стеночку подальше. Блядь. А кто, блядь, эту хуйню разбил? Ну зачем, ребят? Будет. Да, секси, я подбегу. Наверное. Успею. Кто, блядь, я не понимаю, кто кидает?
Беги. Мобам играть не забываем. Не в эту стенку, Ирод. Вообще в другую сторону. А сейчас выйдет. Все уже понял. Раф, я кину на тебя. А, не надо. Возле ледяной стены есть уже. С мобами под боссы зашли. Черепочек на себя соберешь. Черепочек с личными. Опасно. Бо будет помогу? Наверное, нет, не будет уже. Нет, 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 заходи на дальний какой-нибудь. Вышло. Опа, закрите. Череп, в череп сыграли. По один дайте по местам. Где уже так? Надо привезти, да? Ну, блять, ну вообще-то да. Пойдем босс играем. Поконтролить? Да, я сейчас трапа одного отдам. Исполин другого зашаклишь. Доми, забери, просто в босс играем. Три процента надо добить. 1%. Отлично, мы босс играли все. Все в миле, встаньте. Геру. Героизм дайте. Исполин, поддержишь там шагом? Блять, бомжи. Ёбаный. Синдами заберешь. Ну, фили нормально. Не жрите, держите очень сильно, оверхилить. Прям очень сильно оверхилить. Сильные просто. Ничего с этим не поделать.
Да просто тейнеры не будем давать и все. Нет, метки прохиливайте и танка только держите. Фирп обновите, по-моему. Я в курсе. Жесткий. Изи проходка. А куда проходка? ВВК. О! Да, у него не было. У меня не было. О, сапоги. 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 Какие сапоги? Да пофиг, какие. Пятерычки запущу, дочь. Ветриковские. О, спина, спина хорошая, спина. Че, ролим? Исполин, блин, достал все ролить. Пизди у них, пизди. Ну ему так-то нужны. А дай мне спину, если никто не забрал. Да ее вообще никто не ролил. Ну мне кинь, я просто ржал и не увидел. Кто это такой, Абдулай? Там ничего не было, это кутлик. Че там вчера, да? Да, все. О, спинка, зашибись. Поезд нужен тебе? Нет, спасибо. Нет. Я же бисовый себе.